В ноябре 1903 года главный попечитель калмыцкого народа дал указание на составление плана и сметы на новое здание школы. Строительство продолжалось около 3 лет, и в 1906 году занятия начались в новом кирпичном здании улусной школы. Сегодня сравнительно небольшое здание из красного кирпича, дом номер 119 по улице Ленина, прекрасно сохранилось. Многие листинцы знают это здание как красная или начальная школа Элисты. Качественная кладка тех лет очевидна. Красный кирпич практически не сыпется. Я думаю, и внутри здания все хорошо. Давайте пройдем внутрь, чтобы в этом сами убедиться. Небольшое снаружи здание довольно просторное внутри. Здесь много разных комнат, в которых сейчас размещается театр танца «Айраты». По решению городской администрации здание было передано в пользование этому творческому коллективу. В те годы здание состояло из двух классных комнат, одного зала, комнаты для детей-интернатников, комнаты для учителя и санитарной комнаты. Учебные занятия начинались в октябре и заканчивались в марте-апреле. Обучение в школе проходили 20 мальчиков-калмыков. Также занятия посещали сыновья служащих в Ставке, проживающие в Элисте. Преподавание вели два учителя – Татьяна Дмитриевна Юркова и Бальдюр Бельтриков, который преподавал детям калмыцкий язык. Татьяна Дмитриевна Юркова долго добивалась разрешения местных властей на обучение девочек в школе. И, наконец, в 1906 году в Элисте была открыта первая улусная женская школа на 15 учащихся. Эти две первые улусные школы и положили начало систематическому народному образованию в Элисте. Прекрасным архитектурным ансамблем с необычными объемами возвышается в центре столицы Калмыкии, городе Элиста, здание бывшего Дома Советов Калмыцкой АССР, в котором сейчас находится главный корпус Калмыцкого государственного университета. Это историко-архитектурный памятник довоенной поры, охраняемый государством на основе постановления Совета министров РСФСР от 4 декабря 1974 года. Строительство Дома Советов было начато летом 1929 года. Оно велось ударными методами, и к 15-летию Великого Октября в 1932 году было завершено. Центр был когда-то административной жизни всей Калмыкии, а в конце 20-х годов, когда переводился центр калмыцкого народа из Астрахани сюда, в Калмыкию, было дано задание архитекторам спроектировать и создать центр калмыцкого народа для управления тогда областью, потом республикой. Это задание было выполнено, и действительно здесь в степи
Вот представьте, сейчас мы даже не понимаем, на фоне кибиток и землянок в этой жаре белоснежные, белокаменные здания, которые калмыцкий народ, наши предки не представляли даже. Архитектор Голосов, вот, один из руководителей архитектурной мастерской, которая получила задание спроектировать это здание. И вот это главное здание управления Калмыцкой автономной областью было специально спроектировано, и в этом здании находилось все управление. Это, сегодняшним языком говоря, обком партии, правительство, депутатский корпус, министерства многие. Я знаю, что во время войны в этом корпусе располагался немецкий госпиталь. При отступлении в конце 1942 года немцы почти до основания разрушили первый корпус. И после войны, значит, этот корпус был восстановлен, и здесь располагался областной комитет партии и правительство Калмыцкой АССР. На сегодняшний день здесь располагается гуманитарный факультет, ряд управленческих служб университета. Здание претерпело значительные изменения. Ну, во-первых, самое первое, не было вот этой плитки, которой сейчас здание облицовано. Это розовый туф. Вот, в свое время его облицевали, постарались каким-то образом привести в порядок. А первоначально такой плитки не было. И, как рассказывают те, кто помнит это здание, каким оно было в момент постройки, оно, в общем-то, было белого цвета, плитки не было, и были вкрапления слюды. И вот когда солнце светило ярко, то здание, оно превращалось в некий такой какой-то мираж. Там Голосов, он ведь, когда строил это здание, он его построил в таком виде корабля. То есть вот если вот убрать вот те последние постройки, которые были сделаны, да, вот достройки, то это здание выглядело как некий такой корабль. И капитанская, в принципе, рубка есть. Плюс еще вот с той стороны вот эти балкончики, да. Очень много, видите, застекленных окон, стекол было много, это раз. Потом внутренней стороны, оно такой П-образной формы, можно увидеть внутренние балконы. Здания в стиле конструктивизма, их не так уж и много осталось. Вот наша гордость – это вот первый корпус университета. Кинотеатр «Родина» – это такая знаковая точка Элисты, куда мы мальчишками бежали, стримглав, для того, чтобы попасть на новый фильм. Войдя сюда, внутрь кинотеатра, я с удовлетворением отмечаю, что архитектура внутреннего убранства не изменилась. И таким образом мы храним историю. Пусть она недолгая, недавняя, но это история. Интерьер остался прежним. Ну, конечно, облицовка, это, безусловно, вот новое, это новодел, это очевидно видно. Но самоубранство, конструкции, расположение помещений, все осталось прежним. Ну, зал изменился, мягкие кресла. Я помню, тогда мы мальчишками ходили сюда. Были кресла деревянные, менее комфортные. Но мы в этих креслах ощущали себя комфортно. Они были овальные такие, ласкали локти, ласкали тело, как нам казалось. Нам казалось, что это была очень удобная мебель. Ну, кинобудка это осталась. Как была, так и осталась на прежнем месте. Вот этой авансцены, вот этого движения вперед, не было. Не было рампы, не было прожекторов. То есть концертные выступления на этой сцене тогда не предусматривались. Сейчас я вижу, что эту сцену используют и как концертную площадку. Само здание мало изменилось. Хотелось бы, чтобы и качественно оно держало марку, как культурный центр, здание, служащее народу. Но хотелось бы, чтобы этот кинотеатр в таком же виде сохранился для наших элистинцев как можно дольше.
на благо и листинцев.